А, вона, да. А что? С какой целью интересуешься? Я уже говорила, если у тебя с памятью плохо. Гузаль лучше яйца подкатим, может она. Гузаль, знаешь, что мне сейчас Антон сказал? Говорит, жалко то, что ты замужем, а то бы он яйца свои подкатил бы тебя. Представляешь? Такие мужики. Она не замужем. Можешь подкатить. Она не замужем. Можешь подкатить свои яйца. Такие мужики вот общаются с одной девушкой, а катают других. Представляешь? Я хоть виртуально тут общаюсь, спасибо. Они в жизни катают других. Она говорит, ты только одна у меня. А еще знаешь что, Гузаль? У меня есть еще его бывшая фотография, его девушки бывшей, которую до сих пор любит. И хранит фотографию бывшей девушки. Представляешь? Да? И еще посмел мне ее отправить, представляешь? Удали. Фу, вот правда, фу. Как вот мужчина может прислать девушке свою бывшую девушку? Он всех держит девушек. Он, наверное, знаешь, как это, собирает коллекцию девушек. Вот он, наверное, тоже так же делает. А, не ошибка.
Аж противно стало. И как-то и противно, и немножко обидненько. Коварный, потому что ты заходишь и улетаешь сразу. Ты же не видишь, кто у меня сидит. Я же ее в жизни знаю, а не просто. Не, он давно заходит. Вот заходит и выходит. А! Чолер! Кого ты видишь второй раз? Меня видишь второй раз? Как пиявка, Гузаль? Ты сейчас перед кем оправдываешься? Передо мной или перед ней? Удачи. Катать. Ну, правильно, правильно. Катай, катай. Ты еще молодой. Катай. Я не ее муж. А вдруг? Коварный, а вдруг? Ой, опять эта госпожа, блядь. Да что ты? Такая пришла, такая деловуша. Я не буду пищать. Кого? Чипсы, не буду пищать. Вот пока кашите, дам чипсы. Один дай. Одну дать? Ну давай, только одну. Сова. Нет, уже не три. Сначала одну, а потом три. Никит, привет. Ах, коварный, коварный. Ух. Ну, точно коварный. Правильно. Мы все такие единственные, неповторимые. Каждая девушка по-своему. Да. Ох, какие вы самоуверенные. Я вот никогда к мужчине не прилипала. Я вообще за радость одной быть. Потому что мужики, мужики все абсолютно изменщики. Вот, например, вот зять Антона. Блять, ну пропалиться, но вот ну, не стыдно вообще прислать эту бывшую девушку фотографию. Вот насколько нужно быть таким. Если он был бы моим парнем, да я бы убила его нахер. Я бы его сразу послала нахуй. И все. Без вопросов.
Ну вот права. Блин, морковка. Что новое? Я сегодня второй раз стала тетей. Вот. Спасибо. Да, вот одна маленькая бегает. Сейчас вторая будет. Малышечка. Ой, такая она пухляшечка, такая темненькая. Ой. А так улыбалась, она позвонила по видео, разговаривала с ней долго. А так начала улыбаться, так прикольно. Маленькие детки так улыбаются, прикольно. У кого глаза касаются? А? Другое платье хочешь? Да, вот это. Ну давай, переодень платьишко. Иди купи тёте. Прическу? Чик. Давай. Щик? Да. В смысле щик? Да. А, не надо. Мы же потом на улицу пойдем, а опять я тебя буду заплетать. Не, я сижу дома. Ты дома хочешь? Ты никуда не хочешь идти? Да, я сижу волнуюсь. На улицу хочешь? Да. Дома мать, сам Лига, сам Ауси. Да, у меня уже девочки, знаешь, сколько хотели записаться? Вот как специально, вот когда я дома, никто не хочет записываться. Как я только уезжаю, так начинается запись. Чего, Гузалю, уходи отсюда, я.